Друзья, всем привет. Ну вот я на Оби. И знаете что? Я приехал сегодня с ночевкой именно на ловлю ночного леща. Ну точнее, будем пытаться ловить леща или подлещика. Приехал уже поздно. Сами видите, уже 6 часов вечера. Уже солнце уже в закате. Вон, видите, какой обалденный закат. Ветер дует. Вообще такой, не знаю, может к ночи он успокоится. Все, место здесь оборудую уже. Прикормку замешал. Сейчас, кстати, покажу. Прикормку. Блин, не показал. Как всегда, вот такой мне понравился. Такой лещ. Good catch, вот этот лещ. Мне прям понравился. Такой цвет и запах. Ну, прям обалденный. Просто бисквитом вообще пахнет. Так, это у меня тут сумка для мусора, так сказать. Все, взял с собой червя, опарыша. Вот здесь, короче, дистанцию я вот здесь отмерил 49 метров. Бровок вообще нету, так более-менее что-то нашел на 49. То есть такая, как сказать, приятная дистанция. Недалеко кидать можно сидя и прям сидеть отдыхать. Короче, свет вот уже провел, короче. Вот такой светодиодик поставил. Здесь, получается, вот провод идет. И вот там в сумке у нас аккумулятор от шуруповерта. Он будет вот этот кончик освещать, будет мне видно все прекрасно. А здесь я поставлю сейчас освещение. Вот здесь камеру и освещение, чтобы вам было видно. Все, я уже садок установил, хотя садок еще рыбы не поймал. Сейчас покажу, как я разместился здесь. Домик свой поставил. Вот такая у меня маленькая квартирка. Сегодня взял раскладушку. Мой любимый спальник. Все, ну тут, ладно, бак все это, типа как стола будет у нас, плита, все, вода у меня, еда, прикормка, тут еще два ведра, блин, всякие разные экспериментируют, ну все, еда. Короче, друзья, вот такой у меня будет сегодня домик. Опа. Ой. Ну если клевать не будет, тогда мы просто будем отдыхать. Друзья, смотрим, сейчас темнеется, и буду ловить, пытаться, потому что сейчас пока еще мелочь, так сказать, не дремлет и будет сбивать. Уже пару забросов сделал, фанерка, так сказать, ну чуть больше ладошки фанерка, я думаю ночью лещ подойдет, но вода упала где-то примерно на 1,5 метра, даже не знаю. Короче, друзья, смотрим, я думаю, вот таких будем таскать. Подсака, правда, нету, будем без подсака руками брать. Друзья, смотрим. Ого, подача какая. Опа, подлещик идет, вечерний подлещик. Ух ты! Ну, все равно выброс. Ну, вечерний подлещик. Ну, а париков клюет. Еще подойдет, значит. У нас такого добра уйма. Хорошо прикормка настоялась. Прям само то. Вода упала. В прошлый раз я ловил ночью на 49 метрах. Сейчас же приходится 55 кидать. И течение очень сильно. У меня вот 90 вампир кормушки. Ну блин, у меня просто тяжелее нету, а поотрывал все. Ну чебак, по-моему, сразу бьет. Блин, ну еще что за вообще гнус такой?
Фух. Фух, терпеть не могу эти, а без них никак. Фух. Ух ты! О, так это, по-моему, уже нормальный подлец. По крайней мере, он так боролся. Смотри, вечером начал. 5 кормушек всего туда опустил. Фига, меня прям удивляет это. Все, сдался, что ли? Или сошел? Нет, идет. Поводок, блин, тонкий. Опа. Ну это он бойкий просто был. Просто бойкий. Фанерка. Вот он. Подошел. Хороший загиб был. Может, и рыба покрупнее. Ну-ка. Ну да, этот уже покрупнее. Так, я не буду к тебе подходить. Покрупнее, но мы таких все равно не берем. Наша цель — более крупная рыба. Тряпочки нету. Опариков, опариков. Что-то село такое уже по-серьезки. Что-то покрупнее уже попалось. Ну-ка. О, нифига, мошкары сколько прилетело сразу. Близко у берега. О. О, уже лещишка. Ну, 500, 400 грамм, даже кого 500, 400 грамм. Уже стали укрупняться. 400 грамм. Нормально. Этого пока возьмем. Сидел тут, чай пил. Никого не трогал. Бац, поклюю еще такое с отстрелом. Что-то мошкары много вообще. Откуда ночью мошкара, я не знаю. В рот попало. Бьется как-то сюда-сюда.
вроде не крупный. Идет. Ага, хороший идет. Ух ты, да там больше килограмма идет, друзья. Это конь. Это килограмм полтора. Это просто килограмма полтора. Нифига себе, какой он пятнистый. Нифига себе. Вот она, губонька. Обалдеть. Вот, друзья. Все так сделаю, чтобы вас не осы. Ровно кило весил. Ровно. Вот он. Красавчик. А вот он. 10 часов вечера, первый килошник. Какой он, блин, такой пятнистый вообще, да? Красавчик. Вот так вот, ага. Есть. Сразу. Есть. Ну, что-то не крупное, наверное. Я что-то клюнуло, только закинул, перезабросил. Сразу. Сразу этот гнус подлетает, начинает кусать. Ну такой. Ой, или что это? А, нет, подлещик, ну. Мы таких не берем. Прям сразу всосал. Вот такой подлещичек, друзья. Сальто Мортале. Или как там? Что-то типа в этом. Главное, только перезакинул. И опарик. Один червь и один опарик. Один червь, один опарик. Где же крупный-то, ё-моё. Блин. Мелкого-то неохота ловить. Охота. Ту-ту-ту-ту-ту. Прям сразу нападение, главное. Кормушку взял. Где же наш трофейный лещ? Ночной трофейный лещ. Так, друзья, очередная поклевка. Отстрел был вообще безумный. Но что-то не крупное уже, походу. Что-то уже против течения пошел. Чем-то против течения пошел. Интересно вообще. Куда ты пошел-то? Ой, что-то крупное. А, я зацепился. Угу. Угу. Так.
килошник. Опа! Ну, друзья, так сделаю. Тихо. Опять за губоньку прям. Еще один грамм 700. Ха. Хороший. Стрел был такой, что пошел против ветра. Против ветра, против течения. Прям что, прям то, что надо. Минут 10 ждал поклевку. Перезабросил, все равно долго. И прям резко. Сам лечь удивился. Как резко он клюнул. Так, решил, чайка надо согреть, перекусить. Вот тут что-то шанюшка какие-то вкусненькие. У нас тут есть шанюшки вот такие. Ту-ту. Быстро не успел даже отойти. Ну что, друзья, я думаю, ночная рыбалка по лову леща уже состоялась, можно сказать. Посмотрел, сейчас уже без 23. Еще хочу сладенького. Без 23, так что скоро уже будет утрянка. Я думаю, часов где-то до 4. Ну так вот, друзья. Не знаю, видно мне, надеюсь. Ну, хотя у меня где-то тут это... лютый, лютый фонарь-то у меня. О, вообще обалденно. Ну вот, друзья, что могу сказать. Вот без 23, да, лещишка поклевывает. Сейчас немного поменял крючок, потому что три поклевки таких пропустил, которые жесточайшие загибы были, но засечки вообще почему-то нету. Перевязал немного на более широкие цевьё. Там дунаевские такие есть крючки у меня. И вот сразу первая засечка. Две поклевки, сразу засечки. Что могу сказать? Ну ничего, крючок все-таки решает. Не знаю почему. Может быть, он более охотно сначала брал. Сейчас более осторожно, потому что такие теребонь-теребонька.
и потом резкий загиб один, и все, и все. То есть он как выплюнул, и все, не засекся. Ну вот крючки перевязал. Короче, вот такие дела. Сейчас чайку попью. Немного уже стало двоиться в глазах, кого смотришь на этот фонарик. Ждешь эту поклевку, и просто внезапно, вообще внезапно начинается поклевка. Видите, я оделся, тепло. У меня даже двое штанов, комбинезон одел. Холодно, холодно. Шерстяные носки в этих эво-галошах. Короче, прохладно, я вам скажу. Конкретно прохладно. Хотя изначально где-то часов до 12 было вообще комфортно рыбачить, было тепло. Ну и какой-то ветерок. Даже вон пар. То есть сами понимаете, какая погода. Ой. Короче, вот так. Кстати, я не рассказал про снасти. Хотя забыл, блин, уже темно. Что могу сказать? У меня удилище трехметровое, импульс, 5000-ная катушка. Йола обычная, китайская вообще. Плетенка у меня 0.12. Без шок-лидера у меня. Так, что у меня там связано у меня? Поттерностер, потому что инлайн изначально я сейчас оторвал. Крупный лещ завел в какую-то корягу. То есть хорошая, весомая была такая рыба. И вот она, блин, куда-то он завел. Такой глухой зацеп, мне пришлось отрывать. Я не стал. У меня нету этого. Бусинки, короче, ну там прибамбасы свои. Я, короче, патоностер связал. К нему резинку также, что фидергам. 0.14 леска у меня. И крючок вот у меня сейчас дунаевский. Все нормально. А почему именно 0.14? Я уже вот на Дзене писал статью про длину поводков вообще, про толщину лески. Ночное время рыбе вообще пофигу, у тебя может хоть 0.25, хоть 0.30, ну, конечно, 0.30 лишка, 0.20, 0.25 будет поводок, будет у тебя 0.12, 0.10, все будет одинаково, поклевка. Ну, я поставил 0.14, чтобы скоро рассвет будет, уже более рыба будет осторожная, и чтобы сразу и не туда фидергам, как бы хорошо вообще балансируют все эти подачи, так сказать, натяжки рыбе, никакого шанса ни на сход, ни на обрыв не дает. Поводок у меня сантиметров 40, наверное, даже 50, я бы сказал, вместе с фидергамом. То есть, короче, крючок у кормушки. Делал длинный поводок, нифига, думал, он осторожничает, он не осторожничает, просто он такой немного вяленький, потому что леща тащишь, он до берега доходит, и он просто такой на бок. Ух, и помер, короче. И прям вообще не это. Короче, друзья, ладно. Буду чай сейчас пить. Будем рыбачить, друзья. Я думаю, сегодня какой-нибудь такой поддвушечный экземпляр мы должны выкормить. Хотя всего лишь замешал одну прикормку. То есть одну пачку. Нормально. Там еще осталось прям до утра докидать. Если что, вторую утром домешаю. Ну все, друзья, смотрим. Буду чаек с плюшками пить. И рыбу ловить. Что-то прямо вообще идет что-то. Без подсака, что ли? Да нет, без подсака его же интереснее. Просто не понимаю, что он так тяжело идет. Может, кормушка не вымылась. Только забросил. Идишь, ждешь, блин, минут 15. Просто поклевка такая, прикинь, и ты пропускаешь. Тут. Туда, в садок куда-то. Да ну, блин, кого это? Не. Это не такой, который это просто он буйный. Я-то думал, тут конкретно. Ну, тут нет, тут 500 может. Я-то думал, он буйный. Ну, он прям реально кирпичом. Эти вообще умирают у берега. Просто ты пока его... Ну, хороший крючок. Да, даже не могу это достать. Только закинул, кстати. Так, друзья, ну ветер вообще ужасный. Я уже все собрал, практически только удочки осталось. О, ну сейчас решил я вам так сделаю. Решил показать свой улов.
все, что ночная ловля леща мне принесла. Короче, сейчас все покажу и расскажу. Так что, друзья, смотрим, сейчас покажу. Оп. Так, ну-ка, сильно буйный. О-хо-хо-хо-хо. Не знаю, как я это сейчас сделаю. Ведро. Так, вот так сделаю сначала. Потом вот так. Ой. Ну, тут тяжело. Так, тихо. Ведро падает. Фух, друзья, вообще тяжело. Так. Друзья, очень зачетный лещ. Очень-при-очень зачетный лещ. Сейчас даже все. Сейчас подключу тут. То есть выбираю вот леща. Кило 170. О, езишка. Кило 170. Вот это. Опа. Сюда. Тише, 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 тише. Нифига себе. Ну тут, блин, ну понятно, короче, даже. Тут даже взвешивать смысла нет. Ну что они все. Все хорошие лещишки. Очень хороший лещ. Есть. Так, это я сейчас самых крупных. Возьму ведро за ночь. Фух, да, так сказать, не получилось у меня поймать. Ну, такие хорошие вещи. Вообще прям зачетные лещи. Так, ладно, друзья. Чего вам желаю? Огромного здоровья. Вот таких лещей. До встречи на рыбалке. Пока. Фух. Что я с ними сейчас буду делать, не знаю.